Всем привет, мои дорогие! Добро пожаловать на мой канал! И, конечно же, в очередной раз я поздравляю вас всех с наступающим Новым годом! И надеюсь, что у вас уже появилось то самое новогоднее, предновогоднее настроение. Тут ведь знаете как, аппетит приходит во время еды. Как только начинаешь украшать свое жилище, покупать подарки, думать про новогоднее меню и новогодний наряд, ты понимаешь, что вроде бы все в порядке с новогодним настроением. Я уже успела рассказать вам про идеи новогодних подарков. Где-то вот здесь всплывет плашечка, обязательно посмотрите, если не видели. Совсем недавно я показала вам вечерний макияж, которые планирую сделать в новогоднюю ночь. Ну и сегодня, естественно, пришло время рассказать вам про новогодний наряд. Сегодня я покажу вам три образа, и это будут такие идеи, в чем можно пойти на корпоратив, предновогоднюю вечеринку, ну и, собственно говоря, что можно надеть в новогоднюю ночь. Это абсолютно универсальные образы, максимально носибельные вещи, которые подойдут, ну, собственно говоря, для любого возраста. 2020 год — это год металлической крысы. Соответственно, металлик, сияние, пайетки, кстати, тоже туда относятся. Это все то, в чем, ну, предпочтительнее, наверное, встречать Новый год. На мой взгляд, первый образ просто идеален для корпоратива, потому что он стильный, он заметный, но при этом довольно сдержанный и простой. Итак, вот такая замечательная юбка с пайетками, яркая, запоминающаяся, и совершенно простая рубашка, классическая, белая, абсолютно простого классического кроя. И вместе, мне кажется, это просто идеальный тандем. Потому что вот эту яркую юбку мы немного приглушаем простой рубашкой. Теперь давайте про украшения, аксессуары. Я подчеркнула талию черным ремнем, надела вот такие классические черные лодочки, так как я все-таки строила этот образ вокруг корпоратива. Предполагается, что вы отработали весь день, а вечером просто поменяли юбку, да, такую яркую надели, плюс яркие украшения, и, в общем-то, вы готовы. Этот образ я дополнила вот такой стильной сумочкой от бренда Милцкарта. Это лимитированная коллекция сумок и аксессуаров из натуральной кожи. Я снимала у нее вот этот длинный ремень, но, конечно же, можно ее также и на плечо повесить, как вам удобно, как вам больше нравится. Меня сразу зацепил этот стильный дизайн. Качество этих сумок просто великолепное, и фурнитура, и кожа. Все детали, все просто идеально. Ну и в сумках, конечно, важна модель. Модель должна соответствовать современным тенденциям, и вот это строгая лаконичная форма — это как раз то, что сейчас, можно сказать, на пике моды. Мне очень нравится, кстати, размер этой сумки. Она не совсем маленькая, но и в то же время не громоздкая, не большая. Ее можно и в повседневной жизни совершенно спокойно носить. Она отлично впишется вообще в любой гардероб. Да и к тому же лаконичная стильная сумочка, она, конечно же, в гардеробе никогда лишней не бывает. Продолжаем разбирать детали этого образа. Все украшения, которые я сегодня вам покажу, которые я использовала в этих образах, были заказаны в интернет-магазине Poison Drop, с которым я сотрудничаю уже не первый, даже не во второй раз. Для этого образа, мне кажется, идеальные, ну, скажем так, не романтические украшения, а, к примеру, цепи. Я выбрала вот такое золотистое двойное колье. Кстати, оно вот так разбирается на два украшения. Это, согласитесь, очень удобно. И многослойность и цепи — это, конечно же, актуальный тренд. Да и к тому же вот к этой рубашке прямо вот такие украшения, вот такой модели, да, вот такого стиля прямо просятся. Мне кажется, колье туда просто идеально вписалось. Ну и в поддержку его я надела вот такой браслет, цепь и... отличный дуэт, на мой взгляд. Конечно же, серьги сюда уже просто не требовались. И вообще, если бы, скажем, у меня наоборот верх был бы из пайеток, а низ такой более сдержанный, то, конечно же, такие украшения я бы не выбрала. Я бы, наверное, надела просто какие-то серьги и не более того. Но вот в этом образе конкретно, когда верх у нас спокойный, а низ такой яркий, как раз, на мой взгляд, вот такой дуэт, такое сочетание, ну, если не идеально, то очень-очень хорошо. Кстати, в интернет-магазине Poison Drop огромный выбор дизайнерских украшений, постоянно какие-то новинки, и я чаще всего, когда к ним захожу, я сразу ставлю фильтр новинки и уже там выбираю, ну, смотря, что мне нужно на данный момент, к чему я подбираю украшения, может быть, просто хочу себе порадовать. Мне очень нравится, что у них есть и золото украшения, и серебра, и бижутерия, и, в общем-то, можно сказать, на любой кошелек. Ну, я вам уже говорила, что это интернет-магазин дизайнерских украшений.
все эти украшения современные, они очень стильные. И даже если вы не планировали что-либо покупать, просто зайти и посмотреть на то, какие украшения сейчас в тренде, будет точно не лишним. Ну и возвращаясь к универсальности этих вещей, вот эта замечательная юбка от Zara, кстати, я, по-моему, забыла вам сказать, она и в повседневном гардеробе вам пригодится. Вы, конечно, не пойдете в ней на работу, но, скажем, там куда-либо, в кино, в театр, не знаю, с друзьями кофе попить, очень даже. Только наденьте вы эту юбку не с топом или блузкой, а, скажем, со свитером или с каким-то джемпером и с сапогами. Вот такой получится образ, очень современный, очень демократичный, ну, по крайней мере, мне максимально нравится. Конечно, в этом образе можно поменять и обувь, и сумку, и даже украшения, но чтобы я точно менять не стала, и мне кажется, это просто идеальное решение, это простая классическая рубашка и вот такая яркая юбка. Ну, а если бы мне удалось купить юбку-трапецию, да, а силуэта, то это было бы просто огонь. Ну что, переходим ко второму образу, просто максимально нарядный, максимально новогодний. Этот Новый год обязательно нужно встречать в чем-то ярком, в чем-то блестящем. И у меня есть вот такое шикарное платье из интернет-магазина Top Top. Такое платье в Top Top есть черное, а есть вот такого красно-коричневого цвета, красно-бордового, даже не знаю, как его назвать. И я выбрала именно этот цвет, потому что, ну, черное, да, черное люблю, черное эффектно, красиво, но вот почему-то вот этот оттенок, он меня настолько впечатлил, что я просто решила, да, именно это платье мне и нужно. Вот эта модель на запах, длина миди подойдет любому типу фигуры. У этого платья есть довольно высокий вырез, это такой соблазнительный, я бы сказала, акцент, но так как это платье не с открытым верхом, да, на бретельках или еще как-то, так как верх закрыт, кстати, рукав, вот посмотрите, летучая мышь, тоже такой тренд, да, в 80-х, вот, так как верх закрыт, то этот довольно высокий вырез смотрится сбалансированно, что ли. Очень красивое, стильное платье, конечно же, за счет вот этих пайеток вы просто не останетесь незамеченной, потому что оно сверкает, переливается обычно, когда мы идем на вечеринку, да, это везде искусственное освещение, и вот действительно по-новогоднему, действительно шикарно, очень красиво оно смотрится. Ну что, давайте теперь про детали. Конечно же, такое яркое акцентное платье не требует еще каких-то, не знаю, массивных украшений, поэтому из украшений в Poison Drop я выбрала только вот такие жемчужные пусеты с подвеской кольца. Очень мне понравились, сдержанные, стильные, отличный размер, такой размер, скажем, заметный. И мне кажется, они отлично дополнили образ. Я не нашла подходящего клатча для этого образа, поэтому взяла ту же стильную сумочку Miles Carta, тоже я снимала вот этот ремень, и мне кажется, очень даже она неплохо смотрелась. К тому же вот эти детали, они, на мой взгляд, с украшениями, с обувью идеально сочетались и составляли такую довольно гармоничную картину. Теперь про обувь. Конечно же, с этим платьем можно надеть и лодочки, скажем, бежевые лодочки, да, и сапоги также отлично будут смотреться в этом образе, но я решила все-таки надеть вот такие элегантные женственные босоножки. Какая я была молодец, когда их купила, наверное, даже года 4 назад, не меньше, и это было действительно правильное вложение, потому что эти босоножки, они, ну, как бы, эта модель не устаревает, это уже классика, и, в общем-то, это, наверное, самая изящная, самая женственная, самая красивая модель босоножек, которая вообще может быть, ну, на мой взгляд. И я уже который год в новогодние праздники их надеваю. И они в этом образе, на мой взгляд, просто идеально вписались. Я помню, что под предыдущим видео про новогодние образы много писали о том, что босоножки, зима же. Я вообще не вижу в этом никакой проблемы. Кто же вас не заставляет идти на мороз в босоножках? Поэтому, как правило, когда мы приезжаем в место, да, празднования, просто меняем обувь, переобуваемся. По-моему, такие элементы, элементарные простые вещи, ну а если у вас нет желания там как-то переобуваться, ну можно какие-то изящные сапожки надеть, но мой выбор к такому платью босоножки, и мне кажется, получилось очень даже неплохо. Образ, на мой взгляд, получился очень стильный, современный, очень красивый, новогодний, праздничный, назвать можно как угодно, ну что может быть еще более яркое, чем платье с пайетками. Да и в конце концов, когда еще ослеплять блеском своего платья,
если не на Новый год. Ну и последний, третий образ, который на самом деле нравится мне нисколько не меньше предыдущих двух, он, возможно, более сдержанный, более элегантный, что ли, но не менее нарядный. Этот образ также отлично подойдет для корпоратива или, скажем, для встречи Нового года где-нибудь в гостях или дома, когда вы не планируете что-то прям сумасшедшее, яркое, но в то же время хочется элегантно и нарядно выглядеть. Просто меняем вашу рубашку на блузку. Самые актуальные на сегодняшний день блузки — это блузки с элементом прозрачности, ну и с акцентом на рукавах, да, такие объемные рукава. Я выбрала вот такую черную прозрачную блузку. Я надевала эту блузку с укороченным топом, но также можно ее надеть, мне кажется, с топом в бельевом стиле. Ну, то, что, выбирайте то, что ближе вам. Несмотря на то, что эта блузка черная, конечно же, из-за своей прозрачности она смотрится просто великолепно и нарядно. У этой блузки очень красивые объемные рукава, и вообще вот такая модель, да, с объемными рукавами, это вот прямо мое. Опять же, я вам уже говорила, потому что верх у меня узкий, для того, чтобы его уравновесить, то вот этот объем, который создается в верхней части, уравновешивает низ. Так, я понятно вообще изъясняюсь. Вот, очень понравилась мне эта блузка. Сочетала я ее совершенно простыми брюками. Это вот такие зауженные черные брюки с высокой посадкой. Они не длинные. Мне это очень сильно понравилось. Еще очень понравилась ткань, потому что эти брюки из очень плотного, немнущегося материала. И чем старше вы становитесь, тем есть такой, как это сказать, такой секретик, который не секретик. Выбирайте брюки более плотные, которые будут как бы подтягивать вашу фигуру. Эти брюки от бренда Top Top Studio. Все товары этого бренда отшиваются в России, в Санкт-Петербурге. И это такие базовые коллекции. Кстати, довольно эксклюзивные модели. Вот просто зайдите в их интернет-магазин, я вот здесь снизу вам оставлю ссылочку. И все современные тенденции, в общем-то, вы найдете в одном месте. Кстати, эти брюки просто идеально на мою фигуру сели, что бывает нечасто. Часто все, что касается низа, у меня всегда проблема подобрать, а вот эти прямо идеально сели. Ну и к тому же актуальная модель меня тоже очень привлекла. Это и завышенная талия, это и чуть укороченная модель, и защипы, то есть все современные тенденции. Так как в этом образе верх и низ черного цвета, то, конечно же, мне необходим был яркий акцент. Яркой сумки, к сожалению, у меня не нашлось, зато у меня нашлись вот такие замечательные яркие туфли. И эти туфли-лодочки как раз создали тот самый необходимый акцент, то самое яркое пятно, которое, на мой взгляд, отлично этот образ разбавляет, что ли. К этому образу, на мой взгляд, просто идеально подошел вот этот замечательный клатч от Милцкарта. Я вам его уже показывала в предыдущем видео. Он вписался туда идеально. Я хочу напомнить, что это вообще большой кошелек. Но, опять же, чем большой кошелек, не клатч. Это, в принципе, одно и то же. Этот замечательный кошелек-клатч, на мой взгляд, отлично вписался в этот образ. И я еще раз напомню, что у бренда Милцкарта вы найдете эксклюзивные модели, модели, которые выпускаются небольшими партиями. На этой вечеринке не будет женщины или девушки, у которой в руках будет точно такой же клатч. И согласитесь, это ценно. Я так долго выбирала к этому образу украшения, я понимала, что это должно быть что-то яркое. Опять же, с учетом того, что это черный цвет, да, что-то такое, обязательно металлик, но это так в моем понимании, да, и это что-то яркое, заметное. Я искала именно яркие серьги, хотелось чего-то женственного, но в то же время современного. На Poison Drop я нашла вот такие крутые серьги, вы только посмотрите, они, ну, настолько необычные, я бы сказала, просто эксклюзивные, я ничего подобного не встречала. Это серьги-кольца, но кольца с бутонами. Я считаю, что они круто вписались в образ и дополняли вот эти детали на блузке, и, ну, на мой взгляд, очень даже неплохо получилось. Вообще эти яркие серьги самодостаточные, по сути, они не требуют больше никаких дополнений, но с учетом того, что наряд черный, с учетом того, что все-таки я пыталась составить такой праздничный образ, мне прям вот в эту область просилось еще что-нибудь. И на Poison Drop я выбрала вот такую в цвете металлик цепочку с подвеской, мятой подвеской, что тоже, кстати, является трендом, и мне кажется,
вот эта цепочка, она идеально дополнила эти серьги. Они не смотрятся комплектом, это как раз то, чего я бы не хотела, но в то же время гармонично, вполне себе гармонично выглядят. Ну и, как понимаете, все вещи из этого образа абсолютно универсальны, вы можете носить их в обычной повседневной жизни. К примеру, вот эти замечательные брюки, это, конечно, абсолютно базовая вещь. Кстати, вот эти брюки, как и все в интернет-магазине Топ-Топ, вы можете купить со скидкой 10%, если воспользуетесь моим промокодом, который вы сейчас видите на экране. Это, ну, хорошая возможность пополнить свой гардероб. Ну что, друзья, вот такие у меня идеи новогодних образов в этом году. Мне кажется, абсолютно универсальные, и надеть их можно во многих случаях. Я так, честно говоря, до конца и не решила, в каком из этих образов я буду встречать Новый год, и, конечно же, мне потребуется ваша помощь. Обязательно пишите, какой из этих образов вам понравился больше. Мне всегда очень интересно ваше мнение. В этом году на моем канале вас ждет еще один ролик, теплый, домашний, приятный предновогодний влог. Ну, как без него, это уже тоже традиция. Так что, мои дорогие, я жду вас в следующем ролике. На этом буду прощаться. Надеюсь, что я вас смотивировала, вдохновила и подняла вам настроение. Всего вам хорошего. Обязательно увидимся.